Это мой аквариум на 50 литров. Тут у меня кардинальчики. Тернец, ну тернец какие-то хреновые, что-то совсем мне не нравится. Вот так изменился. Прошлое видео было хуже. Кстати, ничего. Он приехал сначала посмотреть. Он стоит у меня у ребенка. Что-то кардинала, не знаю, вроде такая толстая, как будто с икрой. Что-то у меня этот аквариум давно-давно стоял пустой на балконе, вот его запустил. Как бы уже месяц прошел, вроде все живые, рыбки довольные, бодрые. Вот надо просифонить. Растение подгнивает, но вот сейчас некогда. Это не то, что неохота заниматься этим. Интернет, вот я не пойму, вот мятная одна, что-то она маленькая не растет. Одна розовая. Голубенькая вроде. Как бы ничего. Кардинальчики счастливые, веселые. Физы вот у меня улитки. Покажу. Попробую. Видно. Где-то, господи, есть-то. А, вот одна. Вообще была маленькая, не знаю, куда она попала. Их, наверное, тут штук 6. Просто не найду, куда-то спрятались. Катушки откуда-то, наверное, с растениями, скорее всего. Не знаю, сейчас куда-то попрятались. Вот такой аквариум. Когда он у меня стоял, у меня было в нем столько прибамбасов, и домики, и мосты. Я не знаю, как там рыбы плавали, рыбы немерено. А сейчас вроде кинул один горшок, чуть рыбы мало, и мне кажется, там им так мало места, хотя раньше было рыб немерено. И одних гротов стояло чуть сколько. Вот такие, друзья, приеду сейчас домой, в другую квартиру. У меня там стоит другой аквариум. Там у меня губка, пяшка в отсаднике, две штуки, уже пузатые на пике. Должны уже, наверное, уже родили. Не знаю, посмотрю, остались мальки или нет. Ну и что сниму, покажу видео. Вот, ладно, всем пока.